Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в Магнитогорск. А я вам тут снимала обзор каталога лета 2024 компании T&D. И еще снимала сегодня, открывая новую косметику, и хотела вам показать на фоне вот такой вот композиции из цветов. Смотрите, какая красота. Композицию там, конечно, видно не всю, поэтому решила вам отдельно снять на фоне такой вот красоты. Посмотрите, как красиво смотрится. В общем, снимали, открывая новую косметику сегодня. Снимали с вами обзор каталога лета 2024. Классные новинки. Меня, конечно, заинтриговали все новинки, которые есть. Пробежимся быстро. Все ссылочки на компанию T&D в инфобоксе под видео. Солнцезащитный крем для лица вышел с SPF 30. Можно наносить на детей, на любые участки тела. Подходит для города, пляжа и горнолыжных курортов. Это понятно, да. Потом антивозрастная линейка с пептидами. Конечно же, ее очень-очень жду. В Витадермию охота попробовать два средства новинки. Потом шариковые дезодоранты точно хочется. Потом, конечно же, интересная пенка, ну не знаю, но тоже хочу. Так, что мне еще? Ежедневки, да, вот это все хочется. Это тоже как бы, да. Так, что еще? Для посудомойки. Вау, классный. И не нужно, получается, уже ополаскиватель использовать, и соль не нужно сыпать. Для стирки капсулы класс. И еще, знаете, какое средство? Я его тоже очень ждала. Это флюид для волос с органовым маслом. Смотрите, в каком формате появился, с дозатором. Раньше было, если вот эти вот капсулы, которые зелененькие, заменили на капсулы, на вот эти, кто, может быть, потерял, стали капсулы еще круче, серьезно, еще круче, вот эти капсулы для волос. И раньше было масло для волос, но в формате без дозатора, было сначала в объеме 100 мл, 50 мл, какой-то немножко другой, а здесь с дозатором вообще очень круто. Вот, тоже классная новинка, тоже ее очень жду. Ну, в общем-то, тоже вот такие новинки. Хочется все, нужны все, потому что всем этим пользуюсь. Хорошо, что теперь все мои потребности будут точно закрыты. И посудомойка, стирка, волосы, дополнительные средства по уходу за лицом. Их можно встроить в любые серии, которыми вы пользуетесь, потому что это тут спрей. А здесь у нас маска. Но если вы еще не пробовали вот эту пенку, ой, рекомендую, вы влюбитесь точно. И в тоник тоже. Ну и крем мне понравился, это для лица тоже. Это просто хочу. Здесь у нас и коллаген, два вида, и четыре вида пептидов, и другие еще компоненты. Вот все расписано в каждом, что содержится. Здесь у нас крем для век в баночке, смотрите. Значит, здесь у нас крем для лица, и здесь у нас коллагеновая эссенция для лица от морщин. Я так понимаю, буду еще хорошо разберусь. Это эссенция как сыворотка под крем, значит. Под крем. Очень круто, очень классно. Очень жду. И здесь у нас и центелла азиатская, и горец японский, и шлемник байкальский, зеленчан, салат, ромашка, розмарин. Для лучшего эффекта используется утром и вечером. Очень круто. Очень круто, жду эти новиночки. Ну и, конечно, солнцезащитная, она обязательно тоже нужна. Солнце уже активненькое. Ну, новинки прям реально актуальны. И только вот вышли вот эти вот новинки. А уже сколько опять, сколько всего интересного и нового. Класс, вообще очень жду.
своими руками, а небольшой нашей частью нашей команды из 2000 всего лишь тут 0,1%. Ребят, мы вас поздравляем с классным парком, но прежде хотели бы выделить ваших лидеров, Илью Захарова. Мы для вас привезли так подарки с нашего... Пожалуйста. Да, друзья, давайте поаплодируем. Это заслуженные ребята, лидеры. Илья теперь почетный работник банка ВТБ. А у него есть пенсия, и благодаря Магнитогорску. И я бы, наверное, не смог бы не отметить еще одного человека, который является большим амбассадором спорта всей нашей России. Как вы думаете, это кто? Володин Владимир! Владимир Волошин! Ой-ой-ой! Володя, приедет нам! Подарок из Тюмени. Ребята, Тюмень сильная, благодаря тоже Владимиру. Ну и одну футболку мы оставим в качестве розыгрыша для тех, кто сегодня примет и обязательно финиширует на нашем прекрасном забеге в Магнитогорске. Символ власти, микрофон. Доброе утро всем! Как настроение? Класс! Здорово! Мы впервые в этой локации. Многие из нашей команды прилетели вчера. В принципе, все прилетели из Москвы. Многие впервые находятся в Магнитогорске. И сегодня вот Костя спрашивает, а что у них всегда так? Я говорю, нет, это вообще-то... Всегда на 5 верстах во многих городах начинается вот так в субботу в 9 утра с 5-километровой пробежкой. На самом деле сегодня здесь перед вами находится команда, которая прилетела специально для того, чтобы ввести участников парижского полумарафона, стартующего завтра в селе Париж Челябинской области Нагайбарского района. И на самом деле мне хочется отметить то, что беговое движение растет во всей стране, и приятно видеть, как в Магнитогорске такое количество людей выходят с утра на пробежки, легкие, в комфортном, разговорном стиле. Кто-то действительно бежит на результат, но вот сегодня ориентируйтесь, пожалуйста, на тех, кто будет находиться вот в этих футболках парижского полумарафона. Это все профессиональные пейсмейкеры бегового сообщества, за плечами которых десятки, десятки марафонов по всей стране, полумарафонов. Ребята умеют бегать в четком темпе, и сегодня мы бежим каждый в своем комфортном темпе, поэтому есть возможность пообщаться, познакомиться, задавать вопросы. Ну и, конечно, я хочу поздравить всех их детей с Днем Защиты, с Днем Защиты Детей, пожелать вам всем счастья, хорошего, отличного настроения и, конечно же, мирного неба над головой. Ну а всех участников сегодняшней пробежки с первым днем лета. Хорошего настроения!
Мы едем в Париж! Ну что, все-таки вроде как погода разгулялась. Кажется же, все-таки же лето. Я была в костюме. Верх я сняла. Вот такой костюм с такими птичками. И еще у меня тут сверху такая вот три четверти рукав. И на замочке, в общем-то, от этих брюк, как это можно правильно назвать, блейзер или как это называется, в таком комплекте. С этот, как перл, жемчуг, да? Асимметричные тут серьги. Одна короче, другая длиннее. И я двойной одеваю, можно в одинарную. Вот, прогулялись, в машину загрузили стольчик, табуретки, все там остальное, воду, завтра там остатки, что нам надо. Вот, и завтра мы едем на полумарафон Париж, село Париж, ну, Челябинской области. Вот, не знаю, сколько это езды, 1,5-2 часа, но в зависимости, как ехать будем. Вот, и стартуем завтра. Максим с Ильей бегут 5 километров. Нам еще зашли в магазин, кое-что тут булочки взяли. Мы поедем не с самого утра, ну, практически туда ко времени забега, потому что утром там на 21,1 километр забег, потом там какие-то мероприятия, а потом только будет старт на 10 километров, потом на 5 километров. Мне кажется, и велозаезд будет еще утром. Ну, в общем, мы примерно как в 12 решили выдвинуться и плюс-минус доедем. Мы зашли в магазин, кое-что взяли, сейчас покажу вам, что купили. Так, ну что, тут красивая композиция. Вот такая вот шикарная, с розами и с мелкими розочками. Ну, класс. Такая вот композиция живых цветов. Так, взяли, это пломбир, первый вкус, пломбир вишня, мороженое. Потом я взяла вот такой вот кетчуп. Аристория уксус яблочный. Слобода масло подсолнечное. Махеев персик манго джем. Потом еще Махеев черничный джем. Не брала, так и не знаю. Вафли Яшкина. Взяли наш хлебокомбинат магнитогорский, 5 булочек с собой, яйцо, трубочки со вкусом шоколада. Так, это у нас хлеб бородинский, это батон, помидоры свежие, дальше сыр, сосиски и две колбаски. Ну, чтобы бутерброды сделать, что-то такое, в общем-то. А, вот. Все. Все больше. Больше ничего. Спасибо, что вы этот день провели со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.